Всем привет! Сегодня 14 сентября. Я в пролете, выходящем на море между лагерем Парус и Корабелом, решил пройтись, показать, сколько людей на берегу и что работает. Работает, я так понимаю, еще номер можно снять недалеко от моря. Продуктовый магазин. Здравствуйте! Мы еще работаем? Сколько дней? Ах, сезон уже заканчивается. Так, ребята из кафе Бар Марутини не работают, закрыты. Так, ну, овощи, фрукты уже здесь, креветка, что было летом, тоже нету. Уже не работает. Сейчас пойдем посмотрим, может что-то на берегу еще хотя бы не закрылось. Кстати, погодка сегодня очень жаркая. 27 градусов на моем телефоне показывается. На самом деле мне кажется больше. Как всегда больше, потому что жара реально большая. Санрайз закрыт. Яхт-клуб работает. Столько людей на берегу. Ну, немало, я бы сказал. Ну, бар видно, что работает. Акции на пиво. Есть, короче, люди. Сейчас подойду, водичку покажу, какая. Можно, кстати говоря, еще на катамаранах покататься. Люди еще есть. Сейчас попробую, вода какая, теплая или нет. Да, довольно-таки теплая. Но йод повышенный. Запах чувствуется йода очень большой. Но это ось. Это всегда так. В общем, здесь, на берегу, я так понимаю, еще может работать бунгало у Марутини. Вот, это одно из бунгало кафешки. Ну, яхт-клуб работает. Выпить все, больше здесь ничего не работает. С собой нужно все уже брать. Ну и продуктовый до завтра. Ну, завтра последний день. Интересно такой контент смотреть. И вы хотите, чтобы я продолжал время от времени выходить еще на море, показывать, сколько людей загорает, что работает еще. Я могу снимать, пишите комментарии. И, в принципе, такой контент, момент обеда, своего перекура, я могу выехать и поснимать. Но уже не верится, что сезон уже позади, 2019. Ждем 2020 года, нового сезона. Всем пока.